Антон, добрый вечер. Ваше впечатление об игре? Добрый вечер. Блин, впечатления классные. До сих пор на кураже, на эмоциях удалось выиграть матч. Притом у молодых ребят. Мы старые бузаны уже. Каждый вечер как два пацана их. Вот. Ну, вообще кайф, сыграли. Да, не в лучшую игру, да, в антифутбол, да, какие-то навесы, но главный результат. Первый тайм, показалось, был немножко провальный, второй уже на характере. Были какие-то внесены коррективы? Да, внесены коррективы были. Так сильно вышло, что мы играли без основного с нашего вратаря Сережи Посиделова. Вот, первый тайм на воротах начал крайний защитник Ванька Гончаров. После травмы первая игра, он не играл больше месяца. Вот, встал на ворота, но как-то, ну, не пошла игра, не пошла. Как бы, ну, не будем никого обвинять, не вижу там смысла, ну, не получилось, пацана. Вот, во втором тайме после 3-1 поменяли Ваню на Пашу. Поменяли Ваню на Пашу, который, ну, часто замещает его. И, собственно, вот результат, вот нас на коллектива. Паша смог 3 навеса отдать, 3 голевые передачи вратаря. И смогли переломить 4-2 на 6-5. Притом в конце вырвали, вообще сумасшедший матч, конечно. Для нас, для старых, это эмоции вообще. В принципе, игрой довольны, результатом, но еще есть ответная игра. Игрой, ну, не очень, результат, ну, результат классный, мы выиграли, а ответка, ну, она в любом случае будет 6-5 на таком, ну, в таком футболе, на таком поле, один мяч, это вообще ничто. Так что все будет решаться в следующей игре. Соперникам спасибо, всем своим пацанам спасибо, чтобы не бросили, до конца играли. Два травмированных мы тоже приехали, и Миша, и Макс. Не захотел интервью давать, просто было бы лучше вот так вот. Вот, так что классно. Все, удачи вам тогда. Спасибо.